понедельник, последний день календарного лета. В Самарской области небо будет закрыто облаками и тучами, пройдут дожди. Станет еще прохладнее, днем 10-14 выше 0, ночью плюс 7, плюс 9 градусов. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 13, ночью 9 градусов тепла, ветер северо-восточного направления 2 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем плюс 13, ночью плюс 9 градусов, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 12 градусов, ночью 8 тепла, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.